Litecoin LUT AST торгуется на уровне 67,44. Котировки криптовалюты торгуются ниже уровня скользящей средней с периодом 55. Это указывает на наличие медвежьей тенденции по Litecoin. На данный момент котировки криптовалюты движутся вблизи верхней границы полос индикатора Balina Bands. Litecoin LUT AST прогноз на сегодня 3 сентября 2019. В рамках прогноза курса Litecoin ожидается тест уровня 68,20. Откуда стоит ожидать попытку продолжения падения LUT AST и дальнейшего развития нисходящей тенденции? Целью такого движения выступает область вблизи уровня 58,40. Консервативная область для продаж Litecoin располагается вблизи верхней границы полос индикатора Balina Bands на уровне 68,40. Отменой варианта продолжения снижения курса Litecoin. Полный текст читайте на сайте cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео.